Аким области Марат Ахметжанов встретился с членами общественного совета. Участники заседания обсудили ряд актуальных вопросов. На повестке реализация реформ и исполнение ряда программных документов главы государства, улучшение качества жизни населения, развитие общественных институтов и другие немаловажные темы. На пути устойчивого развития страны по этапной модернизации в политической системе, социально-экономической сферах необходимо активное участие общественных организаций. По словам главы региона, госорганы и представители общественности должны работать сообща для того, чтобы достичь намеченных целей. Такой очень хороший тандем, я думаю, даст свои положительные успехи, начинания. Поэтому у нас в этом году очень большая предстоит задача перед страной. Глава государства на 2024-2028 годы поставил очень амбициозные задачи — вдвое увеличить национальную экономику. Это означает, что и мы тоже должны вдвое. Если у нас 3,5 триллиона, то мы должны довести ее до 7 триллионов. В рамках встречи был поднят ряд проблем, волнующих население. Участники заседания предложили рассмотреть вопросы, касающиеся расширения инфраструктуры и трудоустройства молодежи в сельской местности, также применения новой технологии в переработке мусора и экологического мониторинга промышленных предприятий. В ходе мероприятия председатель совета Ермек Нугманов рассказал о проделанной работе по итогам прошлого года и поделился планами на 2024. Выполнение программы развития региона в сфере экономики, эффективное и результативное освоение бюджетных средств, снабжение города Кокшетау и районов области в коммунально-бытовой энергетической отрасли, обеспечение населения теплом, водой, постоянной работой, соблюдение архитектурных и строительных нормативов при строительстве многоквартирных домов города. Городе Кокшетау, их соответствие проектной застройке города. Кроме того, на заседании уделили особое внимание решению жилищного вопроса социально уязвимых слоям населения и сфере здравоохранения. Таким образом, на сегодняшний день в области осуществляет свою деятельность 21 общественный совет. Из них один областной, 20 городских и районных. Привлечено более 240 человек. Кайырбек Тулегенов, Бауыржан Смагулов, Алмаз Адвокасов, Кокши Акпарат.